Так, привет, привет всем, и сегодня будем тестировать очередную игрушку на телефоне. В прошлый раз у нас была игруня, Асфальт Экстрим, кажется. Так, сейчас глянем. Асфальт Экстрим. А теперь мы посмотрим, что же мы, интересно, посмотрим. С чего начать? А? Танки или Dead Race? Dead Race какой-то. Можно Dead Race попробовать, да? Сейчас попробуем. Universal, ты смотри, какие. Звуку нужно добавить. Чтобы погромче было. Так, разрешить. Это все разрешить. Давайте, поехали уже. Я просто в игрушки особо не играю, поэтому, если быть точным, вообще не играю. Ого, громкость такая. Звучит моталка. Идет у нас загрузочка, оптимизация, что ты там оптимизируешь, непонятно, тут у нас хари такие. Вот такие вот у нас. Так, почти оптимизировалось. Ну-ка. Что тут у нас идет загрузка? Ну давай уже, хорош. Как понаставляют всякой, блин. Оружие штурманов тоже можно улучшать. Тут еще и штурманы есть, ничего себе. Ну, загрузилось, в принципе, довольно быстро, вроде как. Ну, окей, поехали. Так, и что тут делать надо? Зарядка. Тренировка, харьян. Окей. Отлично. Победитель! А ты что? Постер, водитель какой-то, никого. Да ладно, хороший вот тут прям вообще. Вот такая вот у нас пробная игруха была. Так, ну хороший же, давай. Ваш видео, не хочу смотреть. Видео, Криш, не закрывайся, не надо. Задолбёт.
Так, что у нас здесь? Машину можно выбирать, да? Вот так вот она показывает нам. Купить машинку здесь, ладно. Мы сейчас посмотрим лучше. Что у нас там по графике было? Ну. А что на окне? Так, ну надо зайти в настройки, посмотреть, что там с графикой было, да? Сейчас поглядим. Не знаю, еще одну трассу, наверное, проведем. Так, хорошо. Ехал в гараж. Так, что там у нас дальше? Коуч, отлично, вижу, что ты уже уловил идею. Что-то у него рожа знакомая какая-то. Где-то я его видел. Ничего не цепь. Так ты что, девочка, есть? Окей, окей. Вон. Мы еще не можем победить свой дни, а пока нам нужно продолжать сейчас в гонках и зарабатывать денег. Понятно. Черт, дальше не давай. Уже свой автомобиль и сейчас не выживаем. Хорошо. Слишком понятно. Так, хорошо. Не хватит уже эти подсказки за угодно. Реклама. Ну куда же без рекламы? Конечно. Так, ну хорош уже. Звук хотя бы можно выключить. Елки зеленые. Так, ну игрушка, конечно, такая себе, среднечковая. На раз-два поиграть, не знаю, а дальше там фиги узнает. Мне как бы не особо понравилось. Управления автомобилем у тебя нету. Компьютер сам управляет. Ты только стреляешь тупо и нажимаешь там врезаться, и что-то, и все. Все твои действия. Собственно, даже в дрифте тебе не позволяют управлять. Ты просто вертишь телефоном, чтобы стрелочка держалась на определенной отметке. И все дела. Так, а почему назад не нажимается, я что-то не пойму. Ну, хорошо. А я вот хочу посмотреть. Настройки, а назад не нажимается что-то. Глюк.
фурой и выбрать штурмана. Я не хочу штурмана выбирать. Смотри, ничего не работает. Вот это игрушка, блин. Назад не клацается. То есть, не знаю, может это конкретно на моем телефоне. Вот, у меня модель Mi Max 2. Если код работает нормально, напишите. Потому что у меня назад не работает. И здесь тоже не работает. Выбрать штурмана. Может, сейчас попробуем штурмана выбить. Так. Ага, вот, пока не выберешь, типа, работать не будем, да? И тут обязательно нужно клацать, потому что тебе тупо не дают никаких действий. Тебе просто надо клацать на эту фигню. Капец какой-то. Реально неприятная хрень. Я хочу как-то поуправлять нормально, как-то выставить настройки, оно нифига не дает. Короче, надоело уже эта игрушка, если честно. Не особо классная. Мне лично она не понравилась. Вот, поэтому... Вот такой вот у нас Dead Race, то есть на пару раз сыграть, ну, пойдет, а так вообще она фуфловая игрушка, поэтому не стоит вам тратить свое время зря, чтобы устанавливать ее, потому что управления вам не дают, вы только сидите, стреляете, нажимаете кнопочку ударить, и там, когда дрифт тоже, то есть, тупо вы не управляете, управляет и автомобиль, компьютер, вот, а вы просто вертите телефоном, чтобы там полосочка вот эта красная и стрелочка двигалась на зеленой линии, там где вам показывают, вот и все, все ваши действия. Так что отстойная игрушка, удаляем, удалить. Все, вот такой вот обзор у нас игрушки был, ну точнее не обзор, а точнее я как бы в прошлый раз говорил, что я показываю, какие игрушки здесь идут, вот, и я их потихоньку загружаю, показываю, как они здесь работают. Это у нас был телефон Xiaomi Mi Max 2. Соответственно, я буду загружать видео в этот же плейлист, который называется Mi Max 2. Так что всем спасибо, пока!